Да. Если арабы поймут, что вы собираетесь их удалить, не захотят ли они сами удалить евреев? Араб не сможет удалить евреев, потому что он не может в них стрелять. У меня нет особой жалости к арабам, и они знают это. Одной из главных особенностей переселения будет стремительность. Это будет очень быстро, и арабы это знают. Им придется бежать, поскольку они будут убеждены, что мы можем открыть огонь. Естественно, я ни в кого не хочу стрелять, им просто будет приказано переехать. Они знают, что Кахан и сумасшедший. Они знают, что он скажет армии, если они не поедут, стреляйте. И они поедут, я вам гарантирую. Я служил в армии. Несколько раз, когда меня посылали разобраться с беспорядками, они всегда немедленно прекращались. Мне никогда не приходилось стрелять ни в одного араба, они просто прекращались. В воздухе ощущался страх, его можно было почувствовать, потрогать. И это спасло арабам жизнь. Вот что такое армия. Это было еще в 70-х, когда никто не боялся, что придется стрелять в араба и убить его. Это чудовищно, но зато очевидно для всех, и это работает. Да.